Эспиноза налево, Сафет, и роли столба исполняет. Конечно, вот так и хочется сказать за героями известного мультфильма: ребята, давайте жить дружно, но там все очень и очень непросто. Нет нарушения правил! Надо видеть. Накрывают, мы видим парагвайцы соперников по очень плотным прессингам. Голубицы мяч перехватили ненадолго. Но уже казалось... Все, атака захлебнулась, мяч с ноги у Куэрва слетел, геройствует вратарь сборной. Мартинетти, прилетает мяч к девятому номеру. Ох, как... И хорош на выходе. Эррера бьет. Куэрва стремился вернуть мяч туда вдоль правой линии. По-прежнему там держится за ногу. Вне игры Джон Пинилья. Первым касанием бьет Дарио Эррера. Пока выдавливает, выдавливает его Джон Селис. Внешней стороной подъема. Делает. Ошибается. Восьмой номер аргентинцев. Ну и не знаю, почему. Восьмой номер. Пашет так пашет, скажем попросту и без затей. Эррера ставит корпус. Нормальная практика. Пока не сходил в аптеку, по-моему, в Аргентине дело было, не нашел аналог, не принес. Ох, не могли поверить, что это нормальный. Оба игрока, которые сошлись там в стыке. 3-2, есть плюс один игрок в контратаке у парагвайцев. Ой, красавчик. Санта-Крус, Баес. Эррера, о, как далеко бомбардир выдвинул. И уже 7 минут у нас остается до окончания второго тайма. Колумбия, Парагвай, 3-0. Вот сейчас один из редких случаев. Да вот тут уже бравые суворовцы с флагами стран, команд-участниц, появляются на арене. Рядом с ареной, разумеется. Рядом с площадкой. Удар из-за углового колумбийцам. Абрил. И предельно близки к тому, чтобы стать двуком и не умеем. Вы правы. Дарио Эррера. Ну, теперь вопрос один, да? Удастся ли парагвайцам размочить счет? 8-2. Сейчас 4-0. И последний шанс изменить счет. Но не в кладину. Нет, было касание. Геройствует вратарь сборной Колумбии. И уже 7 минут у нас остается до окончания второго тайма. Колумбия, Парагвай, 3-0. Вот сейчас один из редких случаев. Да вот тут уже бравые суворовцы с флагами стран, команд-участниц, появляются на арене. Рядом с ареной, разумеется. Рядом с площадкой. Удар из-за углового колумбийцам. Абрил. И предельно близки к тому, чтобы стать двуком и не умеем. Вы правы. Дарио Эррера. Ну, теперь вопрос один, да? Удастся ли парагвайцам размочить счет? 8-2. Сейчас 4-0. И последний шанс изменить счет. Но не в кладину. Нет, было касание. Геройствует вратарь сборной Колумбии. Перед ним колумбийский капитан Хорхе Куэрва. Ильо пытается огорчить Дерлиза Дельгадо. Упорнейший матч. Ну, пока нет и намека на то, что так... Единственный из команд участниц нашего 11-го чемпионата мира, где все полевые игроки забивали мячи. Это сборовались к соревнованиям в Минске. 45 дней продолжался их лагерь. Их сбор. Ну и тут, наверное, арбитры могут... Мимо ворот летит мяч и попадает в створ. Сигифредо Варгас. Ну, 5 мячей, 5 ввести в заблуждение оппонента.
Варгас. Вот там, наверное, он стремился быстрее из-под прессинга. Вот с мячом. Седьмой номер сборной Колумбии. Диего Абрил. Хорхе Куэрва. Сигифредо Варгас. Колумбийцы перехватывают мяч. Джон Селис направо завершает атаку. Диего Абрил. Невиданное дело для футзала по версии АМФ, где южноамериканцы в разных смыслах этих слов правят бал. Финаль в сторону от прямоугольника ворот. Ах, как технично играет Хорхе Куэрва. И паста делает зрячь. Мяч-то отбить, разрядить обстановку. Диего Абрил показал направо, ускорился налево и с острого угла бьет Хименес. Абрил его атакует, Абрил вновь активен. Ну, красавица Абрил, на мой взгляд, сегодня один из лучших игроков матча. Ну, а Дарио Эрреро уже давным-давно железобетонно понял, что очень трудно будет забить самому. Действует в подыгрыше и со штык.